А если запустить GTA 5 на слабом ПК, это будет просто шедеврально. A few moments later. GTA 5! И хай, ребята! Вот вчера буквально, или позавчера, там я точно не помню, когда это уже было, я захотел сыграть в GTA Online, в GTA 5. У меня был аккаунт уже готовый, все у меня было до этого готово. Скачал на свое ведро, но, конечно же, оно кроме GTA San Andreas ничего не потянуло. Ну, я, естественно, не огорчился, мне было пару там гривен на счету, на карте. И я пошел себе в PayKey и заказал себе подписочку, оформил. Зашел в свой аккаунт, и вот вы видите на заднем плане сейчас геймплей, как я играю. А лагает почему, вы хотите спросить? А лагает потому, что само приложение лагает у меня. Из-за бандикама, конечно же. Бандикам жрет много FPS, в районе 10 FPS. Сама программа выдает 60 у меня, но бандикам больше жрет, чем 10. Примерно 20-30 кадров у меня сжирает, поэтому лаги. Ну, вот такие вот, ребята, работает он хорошо по ике, и поэтому, если говорят, что это полный наёб, это неправда. А вот именно будет правда то, что оно реально работает. И причем очень хорошо. У меня вечером интернет быстрый, а вот днем не очень. Я вечером сажусь, и у меня работает, но вообще без всяких зареканий, офигенно работает. Только вот минус, что лучше все-таки купить свой комп или PlayStation. Я вам так советую, потому что платить за каждую минуту это слишком много будет. Ну, что же вам, ребят, удачки. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. С вами был Вайер. Удачи вам, пока-пока.